Хаюшки, всем я квас, и мы продолжаем играть в Fallout 4. Мы ищем своего потерянного сына, точнее украденного. Мы тут сидим, отдыхаем немножко. Нет, мы на подожди... Уже все, хватит. Так, ищем детектива. Доктор Крокер. Так, 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 где-то тут он был. Где-то он тут, вон он. Тык. Надо будет, кстати, купить здесь дом. Деньги есть, почему бы нет? Это да. Мы не друзья. Metal detective delivery at your service. Happy to be in a niche market, that's for sure. Here. I know an amount wasn't on the table when you went out. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Так. Выбирай. Круто. Так, ну давай пообщаемся. Давай сядем. Хоба. Эх. Ну давай. Так. Собака там на заднем фоне. Так. О. Смотрите, как меняется. Лицо. Waited until something went wrong to resort to violence. Anything else you remember? Так, описать похитителей. They didn't say much. But I remember they called me the backup. So we're talking a small team. Professionals. Так. Шон. С учетом того, какие у нас, какая у нас семейка накачанных умняш. Что же это за институт такой, да? Так, давай узнаем, что такое институт. Так. Я не помню.
across his left eye. Wait. Couldn't be. You didn't hear the name. Uh-huh. Who is he? Do you think he has Sean? Way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Kellogg. Head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. He bought a house here in town, right? He had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned wet stands. The boy with him was around 10 years old. Maybe it's another kidnapped kid. Yeah, either that or he's got a son of his own. А может, мы разморозились через 10 лет только? Так, ну давай встанем, посмотрим. Сходим к этому засранцу. Ну, я тоже хочу выйти. Так. Ухи. Да, в этом случае Келлогу не очень повезло. Не пофиксили подъем по лестнице. Не пофиксили. Ай-яй-яй. Так, давайте-ка. Очень сложный. Сам открывай. Да, я-то ж, конечно. Так. Очень сложно-то я могу открывать. Ще прям умею, практикую. И это весь дом? А, еще второй этаж. Наручники. Зажигалка. Обалденная кукуруза. А какой стол-то? Как вам прозрачный этот? Как же он называется-то? Пистолет? Я пока ничего не вижу. А, вот. Ух ты, квантовая ядеркола. Комоде ничего. Пустая масленка нафиг. Так, стимуляторы. Ну чё?
Вишневый ядер кола. Обалдеть. Стул 35. Ну, я ничего не вижу. Какой? Ну какая-то херня лежит. Огни Сан-Франциско. Так, пойдем со мной. Показать сигару. Вы не хотите показать свою сигару собаке? Я хочу выйти. Что-то какие-то глюки есть. Я надеюсь, не как с Юнити будет. Косяк на косяке. Вот это сигара. Тун-тун-тун-тун-тун. Со мной этот хмырь не идет, нет? Security. Грязь застревает в волосах, пора стричься. Ну, в принципе, логично. Можно побриться. И все будет все норм. Ух, жало крыл. Получается, на каждой территории свой какой-то мутант появился, потому что в Фоле и в Вегасе не было. И, кстати, там мутанты были одинаковые. Так, ух ты. Видите, что-то как-то зависает картинка. Не знаю почему, но красиво сделано. Прям даже до противного. Ты все оружие-то мое дело. Что-то какие-то глюки, мне это не нравится. Так. Новый уровень? Когда я успеваю, ё-моё? О! Прям-прям-прям-прям-прям. А вот она и... это... Just want to make things right for people out here.
Интересно. Псина. Так, не сразу все понятно, ну ладно. Прям пообъезжал. Он кто-то идет. По рельсам? По этим чертовым рельсам, видно, мало кто ездит. Так. Ух, ё. Тынц, тынц. Что за... Давай, пошли дальше. Так. Хороший пистолетик. Пока один из лучших. О, а это дальше надо. Патроны. Ну, ты, может, отойдешь? Так. Мозгогрипп. Прекрасно. Тяу. Вот это попадос. Так, а где собака? А. Чего, потерял? Я бегу быстрее, чем собака? Вы издеваетесь? Что-то там какая-то херня лежит, сейчас опять эти вылезут. Ну, почти. Сидеть. Тиум, тиум, тиум. Пум. Критический выстрел, он накапливаемый, как видите. Тенц. Тинц. 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 Воу, какая голова-то. Да, круто. Ну, ватс, это хорошая штукенция. Это очень хорошая штукенция. Блин, какая она умная.
decoy. Clever. Что за улик-то? Блин, ну ты хоть убей, не понимаю, в чем проблема. И собака? Может, она выше где-то застряла? Нет. Хер его знает. Так. Hold position. I'll stay put. Без понятия, ребят, что делать. А, вот, наверное. Ну-ка. Что бы он подумал? Так. Самое непонятное, где наша собака? Продолжаем. Все не так, как не все так сложно оказалось. Открыл карту и поставил уведомление, чтобы я следил за движением собаки, и я ее сразу же нашел. 40 метрах от себя. Блин, что это? Тюнс, тюнс. Так. Мазила какая? Какая мазила?
тут кто-то еще булькнул. Дум. Дум. Это была женщина, видимо. Так, хорошо. Идем дальше. Какие-то звуки? Странные, я бы сказал. Я не удивлен. What happened here? Error. Operator deceased. Threat level Omega. We're still on track. Hopefully not much. Ну, пошли. Да, веселый мужичок. Так легко расправляется со всеми. Еп. Тинц, 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 тинц. Воу! Хорошо ему стало, видимо. Тепло. Тум. Тюнц. Ага. Туда? Ну туда. Куда-то ты меня, собака, гонишь. Я не понимаю тебя. Мы, кстати, отсюда пришли. В принципе. Будет прикольно, если я его случайно убил. Что происходит с камерой? Так. Да, мы здесь были. Интересно, мы попадем? На! Даже я это могу сделать. Тынц. Тынц. Да неужели? Тынц. Там какие-то роботы стоят. Опа. Ну, проберемся. Ну, ты че? Это все фигня. Сейчас мы... Блин, ну если это реально наш ребенок, ему уже 10 лет. Это, конечно, эпично. Блин, что ж ты такая мазила-то? Даже я попадаю. Так.
Ты тут еще бжикнул. Так, я, наверное, зря спрыгнул. Ну тут чувак. Че ты испугался-то? Все нормально. Турель с пулеметом. Так, и куда нам? Стоять. А я думал, что это будет легко. Тут самое сложное — найти дверь. Сюда мы поднялись. Этих мы перестругали. Поднялись повыше. Ну, по идее, вот она, дверь. По идее, точно такая же дверь должна быть и тут. Но ее тут нет. Это странно. Давайте карту откроем. Может быть, его можно посетить через командный центр? Нет, я только что оттуда. Это интересно. Такая круглая херота, и рядом с ней дверь. Это какой-то бред, ребята. Вот она, дверь. Одну я вижу. Где здесь еще может быть дверь? А, хексель-моксель. Надо лошар вообще. О, кошмар. Надо будет сделать перерывчик. Текс. Сейчас мы найдем тебя, чувак. О, тут синты. О, какие они страшные. Мне нравится их оружие. Блин, да ты лошара. Институтский карабин, между прочим.
Так. Была пушка. И нет пушки. Так, давай-ка посмотрим. Бринг. Сходств 0. Одно сходство. Раз, два сходства. Вот это. Да? Так. Это да. Закрыто на цепочку? Вы угораете? В каку в какую-то он там превратился? Так, смотрим. 7. О, какая-то там... Какой-то там махач. Лидер синтов — это очень круто. Где-то тут была лестница. Она была еще ниже. Еще более вниз. А вот. Совсем вниз. Опять закрыто на цепочку. Нет, в содружество я не хочу. Нет? Хм. Как нам туда попасть? Да уж. Самая большая проблема в том, что я не знаю, как туда попасть. А так... Куда он кинул? Прикольно. Тум-пум-пум-пум.
Класс. Спецэффекты классные. Вот только... С попаданием проблема. Институтский пистолет. У этого 15, у этого 7. Да. Эх. Попыток 4. Соник. Ой. Так. Турили. Нет сигнала. Ну, это бывает. А, эскейп. Тихо. Подъем. Все, пока. Варбуда, этаж. Где мой прекраснейший? Так, сюда мы спускались. Так, для брони. Да, конечно. Шоковый пруд. Это не так интересно. Да, чувак. Ох уж извини, чувак. Ты меня сам попросил прийти, когда забрал моего сына. Ух. Ух, ух. Военная электроника. Это вряд ли. Туловище. Ох, как мы его разбираем. Так. Тихонечко. Осторожненько. Взвинченный, господи. Это мне напоминает, знаете, что этот Borderlands. Когда наименование просто вот как-то.
Почему ты так думаешь? Что нам сделает этот? Так, Капи, Фини, Мани, Пенс. Камп. Капи. Так, давайте их прокачиваться. Так. Неавтоматические пистолеты. Больше крышек. Карманные кражи. Железный кулак. Бей. Так. Врача. Так, хорошо. Фонтан жизни. Это хочу. Отлично. Нафига такое? Так, сдрисни. Идем дальше. Толкан, понятно. Ух ты. Ты такой тихий. Этот еще что-то не помогает мне. Ууу, что-то тут было. Чуть какая-то бойня тут была. Так, мне вот, кстати, до сих пор не интересно, но неизвестно, как моды получать. Пароль арсенала форта. Подошло. Так, так. Всякие няки. Зачем закрывать, если... Итак, электронный этот замок есть.
Есть. Толстяк, привет. Автоматический лазерный. И все. Так, окей. Толстячок мой любимый. Автоматический лазерный. Верный друг 29. Этот 18. Но он вроде как быстрый получается. Ух, ё. Сральник. Тихо, ну отойди. Что ж, посмотрим. Что-то как-то глухо. Давай. Так. Пистолет хорош. Слышь, ты в невидимость ушел. Ты тырок. О. Пистолет Келлога. Стандартный револьвер. Штатный прицел. Так, значит, этот у нас будет единичкой, верный друг, сорян. Толстяк, ты у меня будешь оружием возмездия, то есть девяточка. Так, запивало оставляем. Карабины эти все убираем. Этот тоже... 48. Нифигово так. Так, где у нас... Этот у нас будет... Минус. Хон, какой медленный, ё-моё. Отоскоп. Сенсор. Так, какой-то крутой компьютер.
Журнал доступа. Открыть двери. Ага. Так. Ага, здесь мы были. Угу. Так, ну надо пообщаться с этим пацаном. Еще и с ней надо общаться. Встретимся там. Так. Это, конечно, печалька. Воу, как-то меня вот эта стрелка напрягает. Это не радиметр какой-нибудь? Потому что работает как он. Даже немного жужжит. Использовать. Да уж. Оп, них уяси. А что это? Что это за мутня? А, это корабль братцу Стали. Уи! Вау! Вот это взрыв! Это красиво. Так, как это выглядеть будет? Ву! Вот это да! Надо сказать, что у меня ни на один кадр не просела картинка. И это шикарно, потому что в Fallout 3 оно проседало. Так, ну что, ребята? Проверку этого корабля мы оставим на потом. Сейчас мы, наверное, вернемся в реальность и немного пообедаем. Все, ребята, до следующего раза. Покеда.